И всем привет, я Рипер. Сегодня играю в режим под названием One Punch Man Evolved. То есть, это режим, One Punch Man, то есть, симулятор One Punch Man, типа что-то такое. Я сейчас вам покажу все атаки, которые доступны. Тут их всего в общей сумме 6. Вот. Сейчас я добью этого горилла и покажу вам полностью режим, еще как в него играть. И вы спросите, почему у меня такой скин? Я вам скажу. Я сейчас не с основного ака, то есть я сейчас твинка. Так. Прокачиваем силу. Так, прокачали, отлично. Спросите, а почему я с твинками? Спросите вы меня. А я вам скажу. То, что на основном аке тут прокачано, у меня типа уже 2 ребитка, но там я за Бороса играю, и Борос это просто параша. Вот, на этом аке я играю за Сайтаму, то есть главного персонажа. Сейчас, короче, вам покажу все режимы, которые только есть. Первый это, то есть, короче, серьезный мод. То есть, в него ваши атаки увеличиваются в 2 раза, и хпшки тоже там, короче, типа все. Вторая атака это серьезный удар. Он дофига очень сносит, как бы. Вот. Третья атака это прыжок, супер прыжок, да. Вот так вот. Четвертая атака это где вот такие вот череда обычных ударов, то есть они мощные довольно. Сейчас покажу. Сейчас он подойдет ко мне. Вот. Тупо его на изи вырубаю. Также вот такая вот есть атака, типа бросаться с этим. И есть обычный удар, типа вот, хопа. И все, как бы. Вот. Как тут спросите вы меня прокачиваться? За победу над злодеями вам дают поинты. Эти поинты вы можете на силу, на защиту, на энергию и на подвижность. Например, если вы на силу, то вы будете сильнее дамажить, и каждый ваш удар будет сильнее, вроде, смотря как вы прокачаете. Также есть ранги. Ранги. Первый ранг это ранг героя. Просто, то есть у нас написано тут hero. Второй ранг это ранг D, то есть это самый типа такой низкий ранг, ну после героя конечно. Следующий ранг это ранг C-класс, то есть как уже в принципе в аниме, да? Так, следующий ранг это ранг B-класс, так же как и в аниме, вот. Также можно быстро так вот бегать на shift, вот. Четвертый ранг это ранг этого А-класса. Конечно, после А-класса идет. Ой, блин, забыл, ладно, пофиг. После А-класса идет С-класс. После С-класса идет С-плюс класс. Вот, как бы. И там уже идет вообще 5 плюс, типа, блять, плюс там 10 плюс, 12 плюс, 15 плюс, 100 миллионов плюс, как бы, и да, и так дальше. Также тут есть престижи. Зачем вы меня спросите, по это перерождение, типа наподобие перерождения, да? Вот. Только вам никакой там буст не идет, ничего. Вы просто, типа, можете сменить свою игру. То есть, например, были вы Сайтамой, да? Хопа, и вы стали, не знаю, там, Соником, короче, любым персонажем. Тут их довольно много. Вот. Так, вот эти, можно, например, подрубить shift, а нет. В серьезном моде он не работает, ну ладно. Вот, например, смотрите. Сейчас я прокачал до 500, вот видите, 507 Strange. Нажимаю Z, обычный удар. Я тупо его с одного удара вырубаю, понимаете, как бы. Также тут есть режимы. Божественный режим. Вольф, самый слабый. Тигр. Потом демон, потом дракон. И вроде... Я, да. И потом вроде Годли. Но Годли я что-то еще тут не видел вообще. Странно, конечно. Сейчас я попытаюсь его поискать, когда найду, как бы, мы продолжим. Так, я нашел какую-то локацию. Ага. Тут, значит, король этот, Львумба. Ага, какой у него уровень. Драконий, да? Не, у него демонический. Но он меня не догонит, как бы. Сейчас мне нужно в серьезный режим зайти, чтобы, как бы, его победить хотя бы. Так. Типа мы на изи убиваем, так. Погнали. Блин, у меня хреновый баф. Давайте лучше завалим, попробуем москита леди завалить. Вот этого челика. Так.
Она меня с одного удара. Охренеть. Ядрен батон. Тут, кстати, есть аксессуары также. Сейчас я вам покажу, значит, так. Можно купить плащ. Так, сейчас купить плащ, купить. И у вас как бы появляется плащ, он ничего не дает, но вроде как бы вы быстрее бе... Ой-ой-ой, челик, ты чё ко мне прикопался? Так. Как мне, короче, какой-то челик прикопался, да? Он думает, что меня сейчас завалит. Но это не дам ему это сделать. Блин. Он вошел в серьезный режим, черт. Вот говно. Ладно. Так, извиняюсь. Извиняюсь. Так, значит, смотрите. Тут есть также, помимо этого всего, гантели. То есть ими вы можете качаться там. Просто подрубить автокликеры и все. А че он такой быстрый? Не понял нахрен. Отстань, чел. Мне нужно, я понял, мне нужно агилити прокачивать, чтобы быстрее бегать. Шо он до меня докопался, пацаны? Вот гов... так. Ладно. Вот что реально мне жить не дают? Что за... зараза. Ладно. Тут можно как бы... Также тут есть квесты. То есть вы можете выполнять квесты. То есть смотрите, например. Берете, убиваете этого, да? Сейчас. Кэп. Подойдет. Убиваете, и вам начисляется дополнительный XP, типа с квестов. Вот. Тут как бы можно прокачивать скорость, как бы вы будете еще быстрее. Вот. Но можно как бы войти в серьезный режим и как бы вообще всех разносить на изи. Так же, помимо этого всего, прям реально помимо этого всего, тут можно купить рерол класс. Да. Но купить его можно только за робуксы. Так как я свинка, у меня нету робуксов, вот как бы. Вот. Да. Тут есть всякие персонажи из этого, из аниме. О, также тут есть персонажи из манги вроде, да. Так, заходим, короче, в серьезный режим. И серьезным ударом его в пау. МП3 тысячи сейчас на суп, прикиньте, серьезным ударом, офигеть. Жестко. Как только что, это только челик сюда этот, который меня долбил, не пришел. Это будет довольно фигово, если он сюда придет. Так. Вот, как бы убиваю, мне просто миллиард уровней начисляется. Сразу тут немножко не оптимизирована карта. Сорян за голос просто. ГГ, короче, голосу моему. Тут карта немножко не оптимизирована, то есть в некоторых местах могут лаги, короче, быть. Вот. В принципе, качаться тут на изи. Просто, типа, убивать свою цель. Ну, до своего уровня, например. А, вот. Сразу скажу, что тут ранги зависят от репутации. То есть, сколько у тебя репутации, такой у тебя и ранг. Например, у тебя 40 тысяч репутации, у тебя там вроде S-класс. Вот. И также тут еще зависит как бы от силы. Вот, да? Как бы, если у тебя прям супер-мега много силы, но вообще мало репутации, то тебе там как минимум S-класс зовут. Вот. Тут очень много атак. 6 атак, как бы это нормально. И сразу скажу, что этот Serious мод активируется только с ребитха. Ну, то есть с престижа. То есть, вы, например, делаете престиж, теряете всю свою статистику, да? И только после этого у вас доступен режим данный. В принципе, это не сказать, чтобы круто. Потому что, типа, вы такие пришли, такие офигенные, да? Хотите по-бырому прокачаться, и вам нужно делать престиж, чтобы, как бы... новый себе купить, короче. Скилл. Тут как бы скилл от левела, то есть прокачиваешь левел, у тебя добавляются новые скиллы. О, нифига, это может по 1000 за самый слабый удар, нифига. Нормально, нормально. В принципе, режим очень хорошенький, годненький. Особенно для фанатов Сайтамы, там все дела. Давайте я пробую его убить, что? Он меня убивал? Убивал. Все, я побежден. Так. Значит, берем, например, вот такой квест, да? Взяли квест. Так. Нажимаем на Z английскую.
Пау, и он сдох. Вот как бы на изи вообще. Так. Я хочу сейчас в этой серии добить себе S-класс. То есть попасть в S-класс. Вроде для этого нужно либо 250 левелов, либо 40 тысяч репутации. Я точно не помню. Вот, короче, да? Мне нужно, короче, найти такой квест, за который репутацию будет дофига давать. Так, сколько тебе дают репутации? 1000, ага. 1000 меня не устраивает. Тут сколько дают? Давайте лучше возьмем где 1000. Так. Погнали. Ой-ой-ой-ой. Так, ладно, короче, бежим к морскому царю. Морской царь, вы говорите, реально вообще слитый. И вот так и понизили вообще. То есть я вообще могу, как бы, с двух панчей и все, как бы, с двух серьезных панчей. Он дамажит всего по 200, понимаете, как бы. Вы о чем вообще? Вот, как бы, я его вообще на изи выношу. Мне дается денежка. Так. Вот, как бы. Сорян реально за голос, просто вообще дико голос разрядился. Также тут можно... Лучше, конечно, убивать армор от гориллы. То есть, вот тут можно его убивать. Да, защищенного гориллу. Его вроде драконий или демонический, я точно не помню. Так, сейчас глянем. Так, бежим. У него демонический. Сейчас, короче, нужно зайти в серьезный режим. Так, блин, я убил. Так. Делаем вот так вот. Делаем вот так вот. Я надеюсь, меня он сейчас не убьет. Вроде нет его, вроде нету. Так. Убиваем этого челика, хопа. Делаем вот так вот, я думаю, его добью с кулака. Черт. Блин. Я протупил. Блин. Так, бежим, бежим, бежим. Зато сейчас еще один раз ударю его. Хопа. И у меня считается просто нереальное количество уровней. Серьезный удар. Пью. Пью. Так, там никого нет? Никого. Так, так, так. Пью. По я, короче, по 1200 ему наношу дамага, как бы. Прикольно. Все, мне дали, короче, S-класс, у тебя теперь ранг S. Прикольно. Да, прикольно. То есть S-класс разблокируется с 37 тысяч репутации. Не, ну это жестко довольно. Либо с 250-50 левела хз. На этом данная серия подходит к концу. Если тебе понравилась серия, обязательно поставь лайк, подпишись на канал и поставь колокольчик. Ну а я тебя буду радовать своими новыми крутыми видосами. С вами был Рипер, всем пока.